смотрел, что мешает. У этого человека были портреты? Я вот не пойму, ты жил в современном мире тоже, но мне почему-то идут царские времена, да, Ну, все были? логично, да. Что такое царский? Ну, смотри, если мы сейчас живем в муравейнике большом, вся история придумана. Александрийский столб, Александровский в Питере, смотри, 700 тонн вес. Его могли бородатые мужики поставить? Гранит. По Нет. официальной версии. Нет, конечно, да, вся история придумана. Ну, какие, значит, царские времена-то? Значит, просто ассоциация. Ассоциация идет. Идет ассоциация с Иваном Грозным. Ну, типа того, да. Только вот это из придуманной истории персонаж. Забудь этот персонаж, но Ну да. подсознание тебе намекает. Все верно, да. Вот тогда смотри, что за царь был, но в наши времена. Вот что-то странное. Ну, картинка пришла же. Ты отметаешь этот портрет. Портреты же были вот у человека, верно? Были. Были. Вот посмотри на один портрет. Как его люди называли? Ну, блин, это неправильная ассоциация. Почему? Почему идет? Потому что идет какой-то ленинские вот эти вот. И почему неправильно это? Ну дальше, да, все, смотри. Ну где-то близко, да. Отпусти, все, ответ тебе уже пришел. Просто ты как вот что-то мешает. Тюбетейку с головы убери. Тебя у меня. Почему, если кто-то хочет вспомнить об этом человеке, подумать, как тюбетейка всем приходит вот такое. Кто не дает вспомнить этого человека? Он сам. Почему? А он не хочет, чтобы его вспоминали. Почему? Потому что он, чтобы не было какого-то зацикливания на каких-то этапах. Ну да, ну а если с добром и не зацикливаясь на этапах, потому что это всего лишь одно из тел в длинной череде. Чтобы не выделять это главное, потому что это, ну, далеко не главное. Все верно. А вот если уйти с этого уровня, просто с добром и нейтрально, вот вообще убрав все важность всю, снизив значимость. Ну, было и было, ну. Глянула, вот он портрет, вот оно, имя пришло, фамилия, как люди его называли. У меня, наверное, какой-то избыточный потенциал, потому что все портреты уже перед глазами, Какие? и образы. Вот эта вот ленинская эпоха стоит, потом брежневская вот Так. эта вот Ну что тут близко? И идет. что? Ну, А как люди называли, мне не идет. Не идет информация, не ну вот раскрывается. Ленинская-Брежневская, какая еще эпоха? Как эту эпоху можно назвать?
Возрождение. Чего? Ой. Низкий уровень заряда. Сейчас. Какой-то рассвет. Вот идет рассвет над народом. Да, что за рассвет? С кем он ассоциируется? С Лениным либо с Брежневым? Что такое Ленин, что такое Брежнев? Когда рассвет начался, когда закончился, смотри. Закончился, идет почему-то Горбачев. Ну да, это советское время закончилось, он развалил. А вот именно, когда я жил, когда закончилось, смотри. С Ленина. Такая струя какая-то идет для народа, где людям вот именно не хватало вот этого какого-то волшебного пенделя. Все верно. Так. Я старался. Так. Что за волшебный пендель? Как он Как сам в на себя? струю направили в Ага. струю. Ну я-то как с этим связан? Рядом стоял там. Да нет, не рядом. Этим и занимался. Ну скажи. Ну пожалуйста. Ну почему ты сама заблочила? Тебе уже 100 раз пришел этот ответ, причем ну, самостоятельно. Я ничего не транслирую, заметь. Смотри. Ну да. И как стопор. Почему это? Все отлично увидела и вот это, именно на этом. Ну почему? Нет, ну что, ты Лениным, что ли, был? Да здрасте, вот так выглядел-то я. Если Нет. похож, то я на Ленина Нет. похож или на кого-то еще? Нет, вообще нет. Вот. А на кого? Оно, а он почему мне заполоняет вот это вот свое какое-то течение? Это идет до. Ага. Кто до идет? Ты до идешь. Или после Ленина? Начнем так. Я умер позже Ленина, либо раньше? Позже. Насколько? Напомню, 24-й Ленин умер. Не пойму, в 30-х, что ли, или нет. Дальше идет 13. Так, ну-ка, молодца, все верно. Прям год он явно высветился. Один девять, понятно, раз после Ленина. Если я уже родился тоже в конце. А вот дальше последние две цифры. С третьим, что ли? Нет? Нет, у меня 13 пришло. Может быть, на 13 лет или эти 30-е годы. Последняя цифра, вот берешь, последняя цифра какая? 3. Отлично. До нее. 1900. И вот одно осталось.
А тройка последняя, что ли? 43-й, что ли? Тройка последний, а перед тройкой что? Тридцать третий, 43-й, нет. Ну что? В 53-м, что ли? Ну, путем перебора, да. На уроки истории ты просто, ну, не ходила. Ну, там и не преподавали в твое время именно этот период. Нет, почему я ходила, меня историк даже любил. Ну, хорошо, хорошо, да, придуманную историю. Ну вот, все, ну, Да. сложилось. Ну, ассоциации, война, Ленин, умер 53. Когда умер я, что происходило? Люди как радовались. Один человек там на похороны пришел. Тихо это было или как? Нет, не радовались. А где они не радовались? Сколько человек не радовались? Никто, все не радовались. Все это сколько? Подожди, ну и что? Ты, получается, хочешь сказать, что ты был Сталин? Я не хочу это сказать. Это так и есть. Ты от этого убегаешь. Да мне, блин, ну да, но шло Иосиф, а потом думаю, подожди, почему мне царские времена идут, Иоанн какой-то, нет, Иосиф, ну... Что не сказала? Потому что, думаю, идет Иоанн, но думаю, нет, это не то, идет Иосиф, думаю, ну блин. Я не знаю, почему. Оно вот просто все это. Пропала. Как всегда.